В Волгограде начались 23-е всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту на приз Кубок Победы. Площадкой состязаний стала физкультурная академия. 15 команд из разных регионов нашей страны будут бороться за звание лучшей на протяжении нескольких дней. В ходе торжественной церемонии открытия участников турнира поприветствовал руководитель ГУ МЧС России по Волгоградской области. Уважаемые спортсмены, я рад вас приветствовать на открытии 23-х всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на приз Кубок Победы. Для нас, волгоградцев, Кубок Победы имеет особое значение. Здесь, на этом месте, между рекой Волгой и Мамаевым курганом проходили ожесточенные бои во время Сталинградской битвы. Эта земля была родиной победы над врагом. Вас поприветствовать пришли кадеты, действующие сотрудники, ветераны Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Для вас, спортсменов, Кубок Победы предоставит возможность проявить свои силы, характер, а также дух для своей победы. В первый соревновательный день участники соревновались в преодолении 100-метровой полосы препятствий. Эта дисциплина требовала от спортсменов скорости и ловкости. Спасатели должны были перелезть через 2-метровый забор, пробежать по бревну, а также присоединить рукава к разветвлению. Конечно, особые надежды зрители турнира возлагали на волгоградских спортсменов. 18-й раз принимаю участие в этих соревнованиях. Кубок Победы – это такие очень знаковые соревнования. И, конечно, поддержка нам очень чувствуется, очень приятно. Хорошо выступать дома, поэтому очень интересно. Ребята хороший результат также показывают. Дружеский дух соперничества, потому что как бы все ребята друг друга знают. Спортсмены состязались в личном и командном зачетах в различных возрастных категориях. Так, среди мужчин лидером стал ставрополец Евгений Яндрашевич. Все отлично, как всегда, на этих соревнованиях участвую уже на протяжении 12 лет. Это мой, можно сказать, первый всероссийский старт, который у меня состоялся, когда мне было всего лишь 10 лет. И поэтому посещение этого старта – это некая традиция. Честь, дань нашим предкам, которые завоевывали, побеждали в честь Великой Победы. Поэтому эти соревнования очень важны для меня, для нашей команды, я думаю, для всех присутствующих здесь. Во второй соревновательный день спортсмены будут состязаться в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Эта дисциплина считается самой зрелищной. Игорь Чмёв при поддержке пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, телеканал «Волгоград-1».